В Сарове на встречу с горожанами в рамках единого информационного дня пришли представители администрации, отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, руководители Управления социальной защиты и Центра занятости населения. Специалисты рассказали о реализации национального проекта «Демография», о мерах социальной поддержки семей с детьми, изменениях законодательства в сфере пенсионного обеспечения, основных направлениях реализации государственной семейной политики, об услугах центров занятости населения. Говорили не только на общие темы, затронули конкретные проблемы жителей. Сергей Онипченко, опережая вопросы горожан, рассказал о ситуации с детскими садами. У нас на данный момент 23 садика. Думаем, что в следующий год у нас уже будет точно 24, потому что солнышко переходит к нам. Сейчас там 44-й садик, потому что 44-й садик на капремонте. А сейчас запущена процедура передачи из федеральной собственности в муниципальную собственность солнышко. То есть как садика, и ведутся переговоры о строительстве нового садика, это 21-й и 22-й микрорайон. Также специалисты ответили на вопросы горожан об оформлении больничных и выплате пособий. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.